Николай, давно не виделись. Новое задание? Я тоже рад встрече. Хорошо, что прислали тебя. Поручение опасное. Нам сообщили, что у кого-то из царской семьи хранится старая шкатулка. Очень ценная. Возможно, частица Эдема. Царская семья в Екатеринбурге. Под охраной. Их охраняют простые люди под началом местного комиссара. Но все равно будь осторожен. Если это та шкатулка, которую мы ищем, за ней придут тамплиеры. С ними я справлюсь. Это последнее задание. Потом я смогу вернуться к своей семье. Давай, это последнее задание. Там охраны больше, чем обычно. Из-за всей этой суматохи от нас то одни отколятся, то другие. Это ты о чем? Украина уже объявила независимость. Теперь Эстония собирается. Нужны патроны для винтовки. Смело. Я бы не стал так говорить. Ты о чем это? Да так. По крайней мере, вслух не стал бы говорить. Повезло большевикам, что тут скажешь. В чем? Все враги друг с другом передрались. А по отдельности их передавить куда проще. Что белых, что зеленых. Я бы ни за тех, ни за этих не пошел. Лучше отсидеться в тени, пока все не уляжется. Будем надеяться, страна не развалится окончательно. Твои-то как? Живы-здоровы? Да помаленьку. А кому сейчас? Надеюсь, уляжется эта комитет. А твои как? Не жалуемся. Лето ж на дворе. Крыша худая, зато хоть солнышко греет. Чтобы сбить его с толку, можно погасить свет. Из-за всей этой суматохи от нас то одни отколятся, то другие. Это ты о чем? Украина уже объявила независимость. Теперь Эстония собирается. Хотя вражды вроде нет никакой. Не хотят под большевиками быть. Смело. Я бы не стал так говорить. По крайней мере, вслух не стал бы говорить. Ну, повезло большевикам.